Так, пацаны, я всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Сергей Резниченко. К сожалению, наверное, меня не видно. Что-то они фонарь не включили сегодня. Вот. И как вы догадались по названию видео, сегодня мы будем ставить свет, короче, на дальний. Вот, прислала мне фирма Такара. Собственно, я на семерку свою ставил уже и сигнализацию, и лампы тоже. Но на семерке там как бы одна линза идет на перед, на ближний и на дальний. Но тут на переднем приводе только вот, грубо говоря, ну, либо на ближний, либо на дальний. Вот, H1, короче. Днем, сейчас я вам покажу, как светить будет. И потом уже днем, когда будем ставить, я вам покажу, что сюда входит. Кстати, у фирмы Такара вообще-то много чего есть. И сигнализации, и вообще много чего. Па, ну ты включи этот ближний, как светит. Ну, кстати, он, наверное, чуть не, он не отрегулировал. Нет, нормально. Так, это у нас вот светит ближний. Но ближний-то нам на ход не влияет. Чай. Так. Собственно, можете увидеть. Вот. Вот сейчас, кстати, будет видно. Покажу, что сюда входит. Ну, собственно, лампы. Они, кстати, без вентилятора, так что вам все влезет. Прошлые лампы, которые мы ставили, они, в общем, с вентилятором. И там, короче, надо отверстие делать под них, чтобы они влезли. Но здесь уже идут без вентилятора, грубо говоря. Вот. Поэтому поехали ставить. И, собственно, приедем сюда же завтра. И я вам покажу, как светят. Просто хотел с вами поделиться, собственно, такими вот линзами. Так, ну еще надо зафиксировать момент. Вот это ближний, да, с салона. Включай дальний. Вот так. Светим, ну вообще что-то в одну точку фигачит. Ну мы попробуем. Так, пацаны, короче, сейчас поставим резко, да, на дальний свет. Собственно, вот так вот выглядит у нас коробочка. H1 6000 кельвинов. Вот здесь можете посмотреть, какие бывают. И H8, H9, H11, ну, в общем, какие хотите, golden, blue, там, золотые, синие, хоть какие хотите, хоть черный будет. Вот, собственно, так, давайте посмотрим, какие у нас здесь входят состав коробочки, да, так скажем. Вот, ну, опять же, как и по предыдущим, можете посмотреть у меня на семерке, то же самое можно подрезать и, типа, увеличить им срок службы, ну, чтобы им более охлаждение лучше. Ну, я катаюсь, тьфу-тьфу-тьфу, уже месяц-полтора, мне вообще все очень-очень нравится, и даже без этих подрезаний. Вот, это, конечно, все хорошо. Так, давайте дальше посмотрим. Вот такие вот блочки у нас, и они, по идее, должны влезть. У меня очень впритык, но все влезло. То есть без всяких подрезаний. Поэтому сейчас давайте снимем, поставим и посмотрим уже, влезет или не влезет. Ну, должно влезть. У меня оно не влезало, но потом я чуть-чуть приспособил там. Поэтому кто хочет, тот поставит, короче. Вот, должно, по идее, на штатные места встать. Но это вот на дальний кинем. И надо, естественно, отнастроить, чтобы там не писали, что слепит там. Вот, естественно, надо все четко сделать. Так что давайте сейчас открутим и поставим на дальний. Пацаны, маленький момент. Вот эта штучка, короче, она снимается. Вот так вот, бац, снимаете посадочно. И его уже туда ставите. Мы уже поставили. Но там не видно, блин. Ну, короче, я думаю, кто будет ставить, тот, короче, шарит. Вот, собственно, сейчас это все изолируем. Поставили, подключили. Так светит уже, ну, короче. Ну, сейчас поставим, покажу. Так что, этот, надо сначала посадочное снимать и туда вот. Блин, сейчас вот отсюда, может, будет видно. Вот. Вон. И вот туда, короче, ставите. Вот. Четко видно. И потом уже саму лампу. Собственно, поставили лампы. Там, короче, чуть-чуть балочок не влезал, но, собственно, все влезло. Если чуть-чуть... Вот здесь нормально все, вот здесь придется вам чуть-чуть, короче, постараться. Вот так, собственно, светит. Но, правда, днем смысла-то нет показывать. Вот, ну, уже видите, как ярко. Собственно, сейчас дождемся вечера, как стемнеет, и я вам уже покажу на нашем месте, как они светят. Так что сейчас секунда пройдет, и мы окажемся вечером. А ну давай, вот так, вот это вот дальний у нас, пацаны. Можете, собственно, сравнить, так сказать. На мой взгляд, выглядит очень даже бомба. Ну, собственно, вот так вот, короче, они светят. Не ослепляют. Не знаю, короче, пацаны, не знаю, мне очень лично понравилось. Фирма Такара, заходите, там не только есть лампы, но и сигнализации, там очень много чего есть в формате электроники. Вот, поэтому заходите, смотрите.
Вот, а с вами был, как всегда, Сергей Резниченко. Такое вот бытовое видео. Вдруг кто-то захочет. Ну, тесты, собственно говоря, тесты таких вот ламп. Почему бы и нет, почему бы вам не показать, так сказать. Не показать, так сказать. Цены доступные. Заходите, как бы тестируйте, берите. Я думаю, не пожалеете. Потому что я на семерке катаюсь, и все четко работает. Здесь же вентиляторов нет, все подходит. А есть, которые с вентиляторами, их надо резать, короче. Ну, знаете, кто хочет как бы поставить. Вот, поэтому рекомендую. Сережка плохого не посоветует. Поддержите лайком, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока, пацаны. Так, салона ближний. Ну, дальний. Ну, чуть-чуть подрегулировать надо, и вообще они четко прям светят, очень ярко. И быстро, недолго разжигается, прям вот быстро и все. Вот это прям LED-лампы тащат, короче. Ближний. О-хо-хо-хо-хо. Офигеть, а ну еще, можно еще раз, пожалуйста? О-хо-хо-хо. Вот это да. Это мне нравится.